Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала. В этом ролике я расскажу вам о лечении аллергии без использования аптечных мазей или таблеток. Но для начала я призываю всех желающих подписаться на канал. Видео выходят каждый день, и вы сможете улучшить свои знания о народной медицине. Также можете подписаться на страницы канала в соцсетях. Ссылки в описании. Ну а теперь вернемся к теме ролика. Проявление аллергии многогранны. В лице распространенных симптомов кожный зуд, покраснение, отеки, затруднение дыхания и другие. Однако нам по силам смягчить неприятные ощущения, а зачастую и избавиться от проявлений аллергической реакции при помощи доступных народных средств. Рецепт первый. Фиалка трехцветная 40 грамм. Череда трехраздельная 40 грамм. Послен сладко-горький 10 грамм. Одну столовую ложку смеси заварить стаканом кипящей воды. Настоять до охлаждения, процедить. Пить по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Рецепт номер 2. При аллергическом дерматозе вам поможет следующее средство. 2 чайных ложки свежей измельченной зелени кориандра, другое название кинза, залить одним стаканом кипятка. Настаивать под крышкой в течение получаса, процедить. Принимать в течение 2-3 недель, 3 раза в день, по 1 стакану и протирать этим же настоем зудящую кожу. Если это видео было полезным для вас, пожалуйста, поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. А на этом у меня все. До скорых встреч!